Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. Сегодня 10 января 2022 года. На улице минус 16. Солнышко только встает, 10 утра. Как только встает? Уже встало. Но все равно чувствуется рассвет. Утренняя зорька, так сказать. Хотя она уже давно не зорька. Туман, похожий на смог. А может быть, это и смог. Город Владивосток красив на рассвете. Это у нас две башни, недостроенные, до сих пор строятся. Здесь пит-стоп. Отсюда виден немножко Золотой мост, центр, первый небоскреб во Владивостоке, 50-этажное здание и красивый вид на Амурский залив, Золотой рог. Бухта Золотой рог. Красота. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за просмотр и увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Блок Владивосток. Интересные места города Владивостока, достопримечательности Приморского края, путешествия, обзоры и отзывы вы можете увидеть у меня на канале. Спасибо за внимание и увидимся в новых видео.